Ого, ого, ого. Взлетай давай. Всем привет! Сегодня у нас в Брестской области открытие рыболовного сезона. Можно с лодки плавать. И мы с Олей приехали открывать сезон. Лощей мы не взяли. Передавали вроде не дождь, как, но моросит, как бы мы промокли, расставили кружки, сидим в машине, будем выходить раз в полчасика проверять и прятаться в машине, если дождь не закончится. Оля еще ни разу в жизни не ловила щуку. Как ты вообще до такого дожила, что щуку не ловила? Ты уже наговорил, тут ты знаешь, ловила я или нет. Знаю. Ну-ка достань его. Давай, доставай. Тихо. Давай. Давай, я помогу. Тише. Опа. Хе-хе, твоя первая щука. Поздравляю. Так, она заглотила, блин. Щипцы в машине. Ладно. Мы ее закинем в лодку, пока там. Поздравляю! Спасибо. Ну, неплохая, кстати, съедобная. Вон там перевернут еще кружок, видишь? Походу. Вот перевернут, вот тот следующий, видишь? Подплыл. Тяни. Тоже. О! О, парень. Не наш размер. Блин, не взяли этот телефон, сейчас бы тебя сфоткали с этим. У меня есть телефон. Дать телефон. Блин, как бы это его так достать, чтобы он... Ну давай я положу водку, мы все равно пойдем ставить. Да. Парик проверять. Не, так бы сейчас и поставили сразу. Перевернула, а рыба даже не размотала, походу. Доставай что-то. Или размотал. Есть что-нибудь? А, вон вижу поводок. Давай этого самого поставлю заново. Давай мне кружок. А тебе это не надо? Надо же его смотать. Живца стырила, да? Поклевка. Вот такой красавчик. Короче, мы с Олей вчера уехали, нас намочил дождь, переехали на другой старик. Сейчас поставим еще упаковки, вечер на ночь поставим, еще упаковки кружки на ночь поставим и с утра проверим и половим еще немного. Кружок у нас такой конструкции, груз ложится на дно, здесь топорок на леске, на нем надет поводок, на поводке двойник, сними поближе, двойник снимаем, живцу засовываем под жабры, выводим через рот.
Опять надеваем двойник. Так. Все, в рот ему. Он довольно достаточно долго остается живой. Понятно, что жабра немножко повреждается, что если бы спину ему проколоть, он был бы дольше живой, но так, в принципе, тоже нормально остается. Зато щука хватает его, как бы тройник не замечает, проглатывает с головы. И обычно уже, если она взяла хорошо, то где-то мы достаем из желудка примерно этот двойник. Все, сейчас поставим. Принцип такой конструкции, преимущество, что ветром не сносит, течением, на небольшом течении можно ставить на ветру, и кружок стоит на месте. Куда мы его поставили, он все время стоит, не двигается. Все, бросаем. Вот он примерно в этом горизонте будет плавать. Чуть еще на виточек. Плывем дальше. Вчера было только 4 поклевки. Окунь и 2 щучки. Маленькую тоже, кстати, пришлось забрать, потому что заглотила глубоко. Вот маленькие, и ну, она как бы не жилец. Ну, расставимся, может еще сегодня вечером что-то удастся поймать. Но я думаю, за ночь точно какие-то поклевки будут. Как, норм? Да. Хорошо. Ого, заросло. Вообще капец заросло. Что это за живцы такие? Ну, это один бонусный. Бесплатный. Я ее в прошлое такое почти насаживала. Окуневые. Недалеко от камышика. О, смотри, линь пузыри напускал. Mm-hmm. Вот под камышом, смотри. Ого, видишь? Mm-hmm. Вот. А, это линь? Mm-hmm. А мы можем меня слышать? Нет, он на червя клюет и на это. И на этого живца клюет? Нет, он на живца не клюет. Вот лебединое гнездо, бывшее. Сидела она тут. Интересно, куда эти яйца делись? Может, это самое, какая-нибудь выдра съела. Она там новое, походу, все строит гнездо. Нет, не перевернутый, но леска не продета. Ну, была продета, но не могла не продеть. А это ты вообще-то ставил? Как, где я его ставил? Доставай, продевай леску. Так он перевернут. Ничего не перевернут, просто леска не продета. Размотанный, да? Так-то в траву заведен, смотри. Нет. Так ты утяни рыбу, ё-моё. Давай. Что-то есть? Дергает? Ничего себе, у тебя там живец. Живец такой. Она потому что режется. А, трава режется? Ну, тогда и мне, я достану. Я ты возьми. Давай. Подожди, я возьму траву от тагна. Покормим ее, она не режется. Ты бери за рыбу рукой. Да, а почему он не перевернулся-то? Сейчас ее спустишь так. Да, я тебе помогу.
хорошая щучка. О, она так и сойти может. Ой, видишь, а ты с ней игралась. Ведро то, которое пустое. А твоя. Смотри, какая желтенькая. Красотка. Надо живца поменять, потому что он уже... Ну что, утро. Солнышко встает. Мы плывем проверять наши кружки. Что, Оля, готова тянуть щуку? Да. Да. Главное, чтобы она клюнула. Вот интересно, клюнула что-нибудь за ночь или нет? Вечерком одну словили. Там лебеди сидят. О, блин, какой иней был ночью, блин. Уже июнь месяц почти. Вокруг него плаваем, блин. Живой? О, а тот, мне кажется, перевернут. Давай плыви побыстрее, а ты плывешь как этого самого, как сонная царь. Давай посмотрим, что там есть, что там нет. Кто перевернул, может бобер? Может лебедь. Может лебедь. Лапкой своей хотел наступить на кружок. Ага, процессом руководишь, отлично. Не, не размотала даже. Просто перевернула. Давай, лови рыбку нам, рыбку. Специально тебя? Вот на эту, походу, есть. Видишь, она в траву прям затянута. Баклушка это. Кругляшочек это. Была, наверное, поклевка. Видишь, она и размотана полностью. Ну что, двигается что-нибудь там? Полностью в кустах. Она так чувствовала, я думаю. По-любому щука, видишь, как завела, замотала. О, есть. Есть, есть, да, хорошенькая вроде. Держи. Отлично! О, видишь? Ого! 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 Ого, ты видела? Там что-то здоровое, Оля. Готова тянуть? Надо аккуратненько. Хреново подсака нет. Хреново нет подсака. Сколько можно за ним гоняться? Давай, 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 давай. Аккуратно. Сильно не форсируй. Все включено, да? Что? А что это, бобер?
аккуратненько. Угу. Да, ты не держи ее, если ж она сильно рвется, то отпускай, да, стравливай. Ну а кто? Ты ее подведи, я ее рукой возьму. Ух ты, хорошая! Это твоя. Подожди, подожди. Да опять? Возьми это. Блин, я за тебя капец переживал. Надо ж сфоткать тебя. Конечно надо, у меня телефон. У меня телефон. У меня есть телефон. Так, она меня не укусит. Ну, если ты ее крепко держи. Держи вот здесь ее. Вот здесь? Да. Так, против солнца подожди. Ну, это настоящий трофей. Да? Да, хорошая. Выстави ее так вперед. Держи так крепко. Слышишь, я эмоции получил, наверное, как и ты. А может, ты больше. А может, и больше. Не дергайся. Только щуки такие. Они все ждали этого момента. Только одна поклевка была с утра. Ну, зато как бы какая. А вот так вот открыли мы лодочный сезон. Сезон кружков. Я думаю, еще мы с Олей не раз выберемся. Будем стараться что-то снимать. Воды мало, рыба не зашла, получается, в старики. Оля словила своих первых щук в жизни. Трофейных. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угодьях.